Купил сабельную пилу. Ну, блин, качество, конечно, не очень, прям в руки отдает. Вот такие пилочки по металлу. Большая вообще не пилит, алюминий. Мелкая как-то еле-еле скребет. Ну, вроде более-менее. И вот у нас есть закисшая рама. Здесь у нас очень хорошо покатались зимой в плохую погоду. Сделал два пропила, один снизу, другой сверху. Попрыскал ВД-шкой и просто вот это вот так вот все вытащилось. Видите, какое количество окислов. К сожалению, в общем, вот так вот это все выглядит. Сейчас внутри все почистим. В принципе, рама будет восстановлена. А вот это у нас образец рамы. Видите, где вообще все заржавевшее. Здесь, к сожалению, вытащить ничего нельзя. Так что метод сабельной пилой работает.